Купил наконечник рулевой тяги. Одну штуку купил от General Motors, а вторую штуку купил по предложению по заменителю. Как видите, стоимость разная. Сейчас покажу, в чем отличие. Вот это у нас упаковка от наконечника рулевой тяги. Родная. Если переводить в условные единицы, получается... Наконечник стоит 7,84 УЕ. И если смотреть по срокам доставки, то 6 дней. А это у нас ДЛС. Как видим, поставщик ШТМ. Они всегда в наличии. 0 дней получается. Стоимость получается, если сравнивать... 7,84 и 3,52 УЕ. Вот это у нас родной General Motors от Deo наконечник. А это вот у нас DLS. Что мы видим? Видим, во-первых, разницу в резиновых обоймах. Здесь обжато кольцами, и здесь кольцами обжато. Тут даже есть остатки графитовой смазки. По длине они, если смотреть, General чуть-чуть длиннее. Вот, гайки абсолютно разные. Здесь идет со шплинтом, здесь просто контргайка. То есть, если даже закрутить, то здесь никакого отверстия под шплинт нету. Но, если смотреть, то гайки абсолютно взаимозаменяемые. Вот. Взаимозаменяемый или нет. Видимо, все-таки шаг в метрической резьбе разный. Это абсолютно не страшно, если целиком ее ставить. Вот что мы здесь видим. У нас у General ходит свободно. Абсолютно свободно. А у заменителя нужно поднапрячься. Чтобы ее, она еще так не плавно, а с такими рывками идет. Вот, что я опасался. Опасался в высоте. Если смотреть до вот этого вот, куда у нас садится. То, как видим, высота все-таки... отличается. Ну а так по резьбовому соединению одинаково. Вот в чем и прикол. 7,84 и получается 3,52 доллара.